Друзья, всем привет! Мы сегодня в магазине потерянных посылок. Сегодня все по 7 долларов. Смотрите, что делается вокруг. Народ просто налетел на коробки. Я без Дениса сегодня, так что я не справлюсь. Нет смысла мне сейчас коробки хватать. Поэтому я хочу просто сегодня показать, что можно купить в первый день, когда все по 7 долларов. Вот сумка-холодильник. Хорошая. День завоза, как говорится. Что можно найти? Ух ты, какие браслетики. Здорово. Вау. Вау, вау. Сколько их здесь штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Получается 6 таких огромных бюстгальтеров. Представляете, за 7 долларов. Прелесть какая. О-о, на меня бросили этот столик. Классный, кстати. Стоит он долларов 20-30 как минимум. Так. Да, народ налетел, конечно, по полной программе. Всякие игрушки, Барби, для собачки, обувь, вот семеечки. Не, хорошие вещи, опять бюстгальтеры эти огромные. Всякие кофты. Вау. Чего только нету, как всегда. Такие пакетики. Чайник, пожалуйста. А это что? Подогревать молоко. Так, смотрим, что здесь. Опять эти всякие динозавры. Что еще? Ого! Смотрите, сколько. 16. Это размер. Сколько их здесь штук? Два комплекта, трусики на девочку. Очень выгодно. Сосочки. А это поилка для животных. Если... Ой. Видели, как у нас тут объявляют? Так, что еще? Уже ребята выметают просто все за одну секунду. Так. Такой наборчик. Представляете, вот девочка, да? Купил такой за 7 долларов на Новый год под елку. Очень выгодно получается. А здесь что? Не знаю, что здесь. Такая огромная коробка. Ой, какая прелесть. Смотрите. Ой, боже, смотрите на эту Барби, русалка. Какая прелесть. Прикольно. Вот это что-то очень такое достойное. Да? Рисовать вот так. Так, сейчас... Мы, кстати, нашли коробку а-ля с Лего. Вот. О, хороший наборчик для витаминок. Так, смотрим еще. Еще смотрим. Косметичка такая симпатичная. Попыты в очередной раз. Это такие... Ремни огромные. А это что? Одежда, что ли, для собаки? Да, комбинезончик. Смотрим. Смотрите, красота какая. Такой блок гималайской соли. Огромное. И на нем типа выкладывают еду.
Интересно. Это разобранный пылесос. Типа а-ля Dyson. Насадка в душ. Это что, для занятия спортом? А, это для бассейна, да? Да, для занятия спортом в бассейне. Такая лампа. Видите, красивая. Подушки. Это что? Это фильтры. Фильтры. Боже, все эти коробки, короче, нагребают друг друга на голове. Я в шоке. В общем, я не знаю, что сегодня в коробках. Не буду ничего брать, просто поразглядываем с вами, что есть здесь. Опять этот наборчик. В общем, непонятно. Вот этот, кстати, наборчик тоже около 30 долларов стоит. Так что подарочки тут можно понаходить. Подарочки можно понаходить. А это что? А, это вот эти подушки. Ой, друзья, тут рыться не перерыться. Ай-яй-яй. Их все хватают, хватают, хватают. Да. Что-то в этих коробочках все непонятно. Какой-то наборчик. Что же там? Видите, надо сейчас все поднимать. Одной рукой это сложно делать. А вот пледик. У нас такой попадался, только другого цвета. Этой же фирмы. Такие цены классные. Надо идти, где более-менее прирыли все, потому что совсем непонятно. Для снорклина наборчик. Ребят, мы столько всего понабирали, что, честное слово, уже ничего не хочется покупать. Ничего. Честное слово. Давайте посмотрим, что с этой стороны есть. Ой, чего только нету. Ой, я, кстати, хотела вот такие вот. Это вентилятор. Надо, кстати, посмотреть, сколько он стоит. Веб-камера. Да. Так, это что? Оля, это молокоотсос, смотрите. Ой, мамочки, приоткрыли его, все повываливалось. Ну вот оно все повываливалось. Зачем было разрывать коробку? Что за люди? Капец, короче. А вот на корсит, чтоб малышу было тепленько. Такая накидочка на колясочку. На... Да, это на корсик. Хорошая штучка. Ну, похоже, это возврат. Блин, мне так жалко, что этот молокоотсос все высыпалось. Нажимаем. Какой-то мужские штучки. Наушники. Так, смотрим. Какой-то наборчик для волос. Это что? Какие-то коробочки, не знаю. Не знаю. Робот НАСА. Космонавт. Тонерокамера. Тельники. Ой, что еще? А это эти подставки, наверное, на стол, как у нас дома. Они дорогие были, мы их брали долларов за 40. Ух ты, gel polish set. Это классная штука. Вот такая штука.
чего только не придумают. Это, кстати, коврик такой прикольный. Он длинный, похоже. А я бы его рассмотрела. Я его сейчас возьму. Алфавит для самых маленьких. Пазл. Это у нашего котика игрушка. Непонятно, что здесь. Непонятно. Что это такое? Ух ты! А это для супницы, смотрите. Такие с ручками. Очень интересно. Я их возьму, посмотрю, что там внутри. И пеленочки. Я любила малышей в них заворачивать, дышащие. Классные. Кофеварка, пожалуйста. Представляете? За 7 долларов все. А вот это что? А это, наверное, дайпербэг. Да? Да. Это получается для всяких прибамбасов для малыша или малышки. Тоже классная цена. Корзинка зайчиком. Люди берут все и подряд. Еще одна игра. Такая сумочка какая-то. Понятно. Такие вот щеточки. Рюкзачок маленький. Хорошенький. Давайте посмотрим, что здесь. Расческа такая. Что тут еще? Какой-то наборчик постельного. Видите, уже этот бин весь смели. Весь смели. Это что, пижамки? Штаники? Ой, какой кошелечек красивый. Прелесть просто маленький такой. 7 долларов. Очень даже. Очень даже. Что здесь, что здесь? Ух ты, это что? Одеялка, полотенчик, полотенчик для самых маленьких после душа. Маленький пупыт, динозаврик. Еще косметичка, 150 миллионная. А это я не знаю что. А это что? Ночничок такой. Книжки, все серьезно. Платья. Ну, вещи не хватает в первый день. Покемоны. Смотрите на эту сумочку. Такой мячик на цепочке. Написано «Победитель». Я бы такую взяла. Но это будет тоже 150 миллионная сумка. Непонятно, что это. Шейкеры эти. Вещь нужная. А, это лампа. На стол. О, как раз вовремя. Штуки для снега. Опять покемоны. Что здесь? Здесь такая сумочка. На велосипед. Прочищать трубы. Инструмент. Шнурки. Шарики. Так, что-то здесь еще. Для огорода такая сетка. Мальчик поющий рядом. Какая-то сумка.
Опять косметички разные. Какие-то свечи, свечи. А это, наверное, что? А это подушки с наволочками сразу. Да. Опять игрушки. Я хочу показать вам из обновок. Появился вот такой кран. Смотрите. Вот такой кран. $120. Да, да, сыночка. Такая вот люстра. $35. Торшер, да? Называется торшер, извиняюсь. Хорошенький. Потом такие круги. Такие вот круги. $13. Детский батут для самых маленьких. Хорошенький батут. Детки маленькие любят такие. Получается $40. Так, что у нас здесь? Здесь у нас вот такая вот подставка под корзинки. $53 за нее хотят. Тут мужчина свои посылки прибирает. А смотрите, что здесь, ребят. Вы не поверите, мы тут были на одном мероприятии, и там были вот такие вот шарики, их надувают, бомбочки. Детям так понравилось. И я была в Walmart'е. В Walmart'е, значит, три штучки, вот такие три, я взяла за $10. За 10. А их здесь сколько? Давай посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 штук и за $17. Я прям чувствовала, что мы на потерянных посылках найдем бомбочки. Я прям чувствовала. Представляешь? А ты тоже цветные взял? Покажи, Мартюш. Не-не, бери цветные, бери цветные. Вот эти, бело-синя-красные. Я бы цветные взяла. Ну ладно, бери. Все, возьмем, ребята, будем... Дети так классно в них играли, да? И в маму даже попали. Было дело? Да. Велобег за $20. А смотрите, какие рождественские штучки. Это щелкунчики эти. $139 и $169. Потом вот такая вот композиция. На... Это или ставится или на камин, или на какой-то комод. Красивая очень тоже. Наверное, она стоит $35. Это хорошая цена. Боже, какие красивые веночки. Я просто обалдею. Посмотрите на эту красоту. $35. Такой же венок потом будет 60-70 стоить. У нас такие вот сани. Представляете, такие сани. $75. Здесь у нас есть такой круг детский. $15. Вот бутылочки. Кстати, мы сейчас посмотрим, сколько они стоят. $20, да? Нам же детям в школу надо. Очень хорошего качества, мне кажется, такие бутылочки. Я сейчас подумаю, возьмем, не возьмем. Это тоже для самых маленьких для снеков. Удобная штучка. Лего. Лего по $15 такие наборы. Тоже хорошая цена. Такие куколки. Красавицы. Такой наборчик продают для Джима. Это вот сервировочная такая тарелка, чтоб теплым держать. По $10 такие конвертики. Полотенчики, да, да, по $10. Что-то тут еще из футболочек есть. Мужские футболки разные. Платья женские. Посмотрите, какие красивые пледы. Какие красивые пледы в двух цветах.
$13 хотят. Смотрите на эту красоту. Две сковородки Тефаль, $25 такие. Вот такие вот. Ну, это как паильнички, что ли. Для самых, наверное, маленьких, с трубочками. Тоже по $11 две штучки. Массажер $50 такой. Смотрите. $50. Телепузики эти. $18 Ага, вот еще этот наборчик Step 2. Но это уже большой. $35 стоит. Водичкой играть. Водичкой. На рукавнички эти. Для бассейна. Жилеты. Вот очки. Кстати, ну это очки для взрослых, да? Да, для взрослых. Были бы для деток вот этой фирмы $11 качественные очки. Жалко, что для взрослых. Нам... А, вот есть детские спидо. Они тоже по $11. Друзья, мы такие возьмем. Давай. Нам нужны детские. Давай, давай купим, потому что... Давай, потому что те протекают. Те тоже $11 стоили из Walmart, но они протекают. А вот это фирменные. Мама. Мы их возьмем. Вот игрушки Микки Маусы, $19. Кто-то мечтал о Микки Маусе? Хорошенький. Привет. Борчик этих... Микки Маусов, чемоданов. Непонятно, что они за них хотят. Ну, прикольно. Взрослый и детский чемодан. То брать нам такие в школу ребятам или не брать? Я думаю, что надо брать. Я сейчас посмотрю, сколько они стоят. Хорошие термосы эти. Школу. Им всегда нужны бутылочки с собой в школу, а уже в школу готовиться надо, так что, наверное, берем. Итак, друзья, прошло 2 часа после открытия магазина, и мне кажется, половину магазина так точно уже смели. Да. Давайте смотреть, что здесь осталось. Непонятно что. Если честно, о, хлебница. Кстати, я ошиблась вначале. Сегодня товары по $6. По 6, не по 5. Ух ты, это постельная. Человек-паук. Классно. На детскую кровать. О, тоже классный наборчик. Ножичек, чистилка, ножницы, открывачка. За $6 это хорошая цена. О, еще одно лего. Да. Так, крышки. Опять куча всяких вещей. Видите, сколько вещей остается? Еще Барби. А это такой наборчик бегудюшек. Кто помнит 80-е, как кипятили бегуди? Я, кстати, помню. Я их хоть и не кипятила, но я помню, как это все было. Даже и в 90-е тоже. В 90-е тоже кипятили. Да? Смотрим, какой-то мат для собачек. Шляпа хорошая, красивая шляпа. Да? Шляпка красивая? Ого! Какой шлем мощный. Кстати, очень классный. С ушами. Мягенькими. Что пооставалось? Видите, коробки все разгребли. Мелочевки уже пооставались разные. О, кто помнит героя? У меня комиксы, кстати, были такие. Это игра.
тарелочки такие пластиковые, правда. Не, ну уже все, видите, уже все, уже это 2 часа только прошло после открытия. И товары, которые явно недостойны звания по $6. Вот. Для ногтиков, пожалуйста, лампа. Мышеловки. Для масла бутылочка спреять. Вот погремушка. Такая погремушка жирафик, да? Явно будет стоить больше, чем $6. Наверное, $15. Еще намордник. Это наволочки, да? Что-то еще здесь. Набор буковок. Это что? Термометр такой. Такой держатель в душе. Вещь нужная. Коврики какие-то. Ни о чем. Ой, такое себе все. Непонятно. Куртка. Куртка-косуха симпатичная. Куртяшка. Такая вот эсочка. Новая курточка с биркой. А это вот пистолетик, да, водный. Классный пистолетик. Бутылка такая розовая, огромная. Держатель для телефона. Это вот классная вещь, смотрите. На детской кроватке вешать, а потом можно ставить на тумбочку. Следочки эти вставлять в обувь. Что? О, это утюжок такой. Этот плоечка, да? Делать волосы кудрявые. О, опять этот набор. Кстати, ужасные наборы. В одном детальке не хватало. Ни о чем. Это увлажнитель, а это подогревать бутылочки. Куча гномиков. Печь. А, это печь, эти шарики на палочке. Кстати, классно. Вот этот наборчик. Почему-то нету половину запчастей. Да. Пазл. Да уж. Что? Это какой-то тоже игрушка музыкальная. Классный наборчик из 3 таких баночек с надписями. Очень даже. За $6 классная штука. Так, а что здесь? Веночек на Рождество такой. Тут навалено, кстати, много коробок. Может, что-то прикольное есть. Все какие-то китайские игрушечки. Китайские игрушечки. О, вот это круто. Это значит у нас что? Это мужской халат после душа. За $6 очень даже, очень даже. Ой, леечка. Прелесть какая. За 75 центов с удовольствием бы взяла. А так дороговато будет. Ой, поковыряться не в чем. Это что за наборчик такой? Можно разукрасить, посадить цветочки, подписать. Миленький наборчик. Домик. Для животного. Для котика или маленькой собачки. С этикеточкой.
И это хорошо. Вот это классная игрушка. Так, что у нас еще? Санитайзер такой с пенкой. Видите, друзья, уже выбирать-то не с чего. Ладно, друзья, сейчас включение следующее сделаю. Итак, друзья, показываю вам наш улов. Довольна я очень сильно. Смотрите, мы взяли все-таки вот эти два наборчика с шариками, да? Как я говорила уже в видео, в Walmart'е 3 вот такие штуки продают за 10. Сейчас я покажу, что взяли, а потом скажу, сколько нам это вышло. Как я сказала в видео, мы взяли вот этот набор очков. Профессиональные очки. Надеюсь, что они классного качества, что они не будут протекать. Показываю еще. Смотрите, друзья, что я нашла. Правда, разорванная. Надо ее открыть, собрать. Сейчас покажу. Это новая электрическая зубная щетка. Следующее, это мы взяли вот эти очки для плавания. А вот. Надеюсь, что они не протекают. Это очень хорошая фирма. Так что и трое очков как раз для наших трое ребят. Так, следующее, это электрическая зубная щетка Philips. Правда, коробка потрепанная. Я ее сейчас соберу и покажу вам, как она будет выглядеть. Потом я взяла вот эти бутылочки малышам в школу. Такие две классные бутылочки. Посмотрите на них. И взяла вот такой вот наборчик. Это а-ля Лего. Сколько здесь? 1388 деталек. Чтобы было папе что пылесосить. Папа сказал, будете разбрасывать, все пылесос съест. Все съест. Поэтому мне наступать, а папе пылесосить будет на что. Вот такой вот у нас улов. Щетка сейчас на зарядке. Очень рада улову. Хорошие вещи. Сейчас пойдем надувать вот эти шарики. И будем играть в них. Так, друзья, сейчас покажем вам. Это, кстати, перерыли для соседнего дома и ничего с этим не сделали. Но не об этом. Так, друзья, как вы играете в бомбочки? Покажите нашим зрителям. Окей. Так, у нас вот эти бомбочки, мы их надули. Так это выглядит. Это так выглядит. Давайте, друзья. Как вы играете? Покажите. Ну, я давай. Давай. Бомбы, если их поставить вот так. Ногой, что ли, будешь взрывать? О, ручкой. Да, я хочу. А вдруг друга как вы бросали, как вы битву делали? Швыряй! Тыдыщ! Вот так ребята веселятся. Уже, видите, сколько у нас шариков полопалось? Играют, в общем, мальчики. Балдеют. Да, уже 5 штучек этих надули. Вот так вот они играются. Вот так. Не, не надо. Я поливаю эту лавку. Да, поливает. В общем, ребята веселятся. Понятно. Понятно. Каждый по-своему. Ребята веселятся. Джусик, охлаждаешься? У нас сегодня так жарко. Сегодня 36 градусов, по ощущению 40. Что творится? Ребята играют поливалкой. О, что делается? Охлаждаешься? Ой, весело. Я одела им плавательный наряд. Шортики, футболочку. Ой, ой, на меня, на меня, на меня. На меня. Нет, на меня не надо. Не надо. Ребята предели. Что вы там делаете? Ванна. Джейсон Босс. Босс купается в ванне.
А главный босс купается в боссовой ванне. Понятно. Похоже на то. Да. Многие люди купались в тазиках. Древние люди, говорит. Ой, Джуська, смешной. Что, что такое? Ты босс, да? Приказываю пойти. А, ну ладно, не буду беспокоить. Зрители, всем пока. Всем пока. Всем пока. Если вам нужны бомбы, Куба, идите сюда. Всем пока. И ставьте лайки, потому что лайк обидится. Приедите. Как это магазин называется? Все, давайте. Это потерянных посылок. Потерянных посылок. Приезжайте, там есть бомбы. Бомбы на всех хватит. Хорошо, всем пока, да, пока, всем пока, пока. Машите, пока. Лайка не обижайте. Хорошо. Пожалуйста, ставьте лайки. Лайки. Thank you.